Всем привет, ребят, с вами я, Питерский обзор игр. Это мой новый сериал «Приключения, так сказать, на острове в Майнкрафте». Вот наши вещи. Так сказать, вещи вот такие крутые. Кстати, эти вещи мне дал лично автор, так сказать, этого проекта, сериала. Так, вот мы взяли стартовый наборчик, броня. Надеваем на себя броню. Меч нам нужен, чтобы убить монстров, и лук. Тоже, чтобы, так сказать, убить свинью или же монстров, чтобы еда была, чтобы убить свинью или овечку. Вот. И, кстати, ребята, сейчас мы будем строить первый домик. Очень крутой довольно-таки, я бы сказал бы. Постараемся вообще хотя бы построить его. И, кстати, в следующей серии мы будем его каждый раз, так сказать, дополнять этот домик. Делать круче. Вот. Начинаем строить. Так, вот мы строим домик наш. И, кстати, я вам покажу еще кое-что крутое в конце этой серии, сериала. Это, кстати, летсплей или сериал? Это сериал Майнкрафт «Жизнь на острове». Так, вот мы строим. Это вот так вот будет называться моя серия. Мы тут очень круто веселимся. И смотрите, ребята, вообще, чтобы построить первый домик, нужно не очень много усилий приложить, но все равно нужно чуть постараться, так сказать. Вот, нужно сделать наш любимый домик. И для этого нам понадобятся блоки и дверь. Да, дверь. Вот. Потом мы пойдем, короче, купаться на море. Это же ведь остров, да, это вроде остров. И, кстати, еще мы кое-что крутое сделаем. Как я вам говорил в конце этого выпуска. Очень интересную вещь мы сделаем, я вам покажу ее. Так, вот, мы почти построили домик. И смотрите. Вот готов, считайте, наш домик. Конечно, скудненький, но куда деваться? Так, вот мы тут все закроем, так сказать. Вот первоначальный домик неплохой, я бы сказал бы. Давайте туда зайдем. Ну, нормальненько, я считаю. И смотрите, что дальше будем делать. Сейчас мы изведуем вот тот край. Надо изведывать, так сказать. Вот. Посмотрим, что вообще здесь находится. Ну, здесь много чего интересного. Тут вот такая вот гора большая. Довольно-таки большая гора здесь есть. И давайте на нее заберемся и посмотрим, что здесь есть. Вид здесь довольно-таки красивый. Ребят, давайте разожжем костер. Вот, мы разжигаем костер. И смотрите, что тут, так сказать, можно повеселиться очень круто. Смотрите. Вот мы разожгли костер. Нас, если что, заметит. Но я не знаю, нас заметит или нет. Но все равно, короче, неплохо. И смотрите, ребята, стекло, оно, наверное, плавится. Я так думаю. А, стекло не горит, к сожалению. Но в реальной жизни оно горит. Вот. И смотрите, ребята, давайте, знаете, что сделаем? Заберемся наверх. И вот такая вот была первая серия. Мы, собственно, так сказать, заселились в наш домик. И вот такое вот было очень крутое видео. Сейчас мы телепортнемся. И всем пока. Вы были на канале Питерский обзор игр. И мы снимали вот такие вот приключения. Очень крутые. Приключения, так сказать, на острове. Всем пока. Вы были на канале Питерский обзор игр. Подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.